На днях в Люблине произошла настоящая семейная трагедия. Там 26-летняя Паулина, употребляющая наркотики, задушила своих троих детей. Еще совсем недавно она делилась в соцсетях фотографиями со своими детьми. На них она демонстрировала вполне нормальную материнскую нежность, так что ничего не предвещало такой трагедии. Убитых детей обнаружила их бабушка, мать Паулины Данута. Она приехала навестить свою дочь и обнаружила внуков. Все трое, 4-летний Алан, 2-летняя Лена и 8-месячная Надя лежали на кровати и не подавали никаких признаков жизни. Женщина сразу же вызвала правоохранителей и медиков. Врачи попытались реанимировать хоть кого-нибудь, но все их усилия оказались тщетны. Позже подозреваемую задержали дома. Она призналась в содеянном. Женщину допросили и предъявили 3 обвинения. Каждое из этих обвинений наказывается лишением свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения. На момент убийства она не находилась под воздействием запрещенных препаратов. Ее отправили в нейропсихиатрическую больницу и приставили к ней охрану. По неофициальной информации, Паулина страдает психическим расстройством. Отец детей сейчас находится в тюрьме за неуплату алиментов. Соседи рассказали, что Паулина часто принимала наркотики вместе с друзьями у себя дома. Местные жители периодически жаловались в полицию и опеку.